В воскресенье в Самарской области будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем -8, -14 градусов, ночью 4-6 ниже 0. Ветер восточного, юго-восточного направлений, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, возможен снег, днем -9 градусов, ночью -4, юго-восточный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде небольшого снега, температура воздуха днем -11 градусов, ночью -4, ветер юго-восточный 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой снег, днем -12 градусов, к вечеру потепление, ночью -6, ветер восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 83%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.